До нас сьогодні завітав вже традиційно тренер з публічних виступів Сергій Стужок, хоча наші глядачі вас тепер називають найголовнішим маніпулятором, тому що ви навчаєте їх, як маніпулювати людьми та як відбивати маніпуляції. Здравствуйте. Именно отбивать манипуляции, а не манипулировать. Потому что манипуляторов у нас хватает, и это неблагодарное дело. Хорошие люди требуют защиты. Угу. Ми продовжуємо цикл розповідей про маніпуляції, і сьогодні вже будемо остаточно конкретно розповідати про те, які ж вони бувають і як від них захищатись. Именно. То есть конкретно будем говорить о манипуляциях и как от них защищаться. И я думаю, что прежде чем мы начнем, то и на вы, как говорится, как с таким опытом коммуникации, не будете сомневаться, не будете спорить, что все-таки манипуляции присутствуют везде. Знаєте, після розмов з вами, після ваших майстер-класів, зрозуміла, що маніпулюють усі, свідомо чи несвідомо. Ну, согласны ви, да? Вот яркий пример первой манипуляции, которую я сегодня произвел. Это подмазывание. То есть мы говорим сегодня о том, как добиться максимального согласия оппонента, группы людей, подмазав их, сделав какой-то комплимент. Это работает очень просто. Я вначале сделал комплимент. Вы же с таким огромным опытом коммуникации не будете спорить и даю команду. То есть комплимент, команда. Не спорь. Вот. И бывает, что мы вроде бы и не согласились бы просто так. И не понимаем, почему мы согласились, либо почему промолчали, кивнув головой. Понимаем, что что-то не так, а что не так, мы не знаем. Именно с сегодняшнего дня наши телезрители будут знать, что это манипуляция, угу. И на нее нужно реагировать. Як реагувати, як захищатися від цього, що дискомфортне відчуття, щось пішло не так? Прежде чем я отвечу, как нужно реагировать на эти манипуляции, я расскажу, такой, покажу примеры еще такие, какие бывают. Ну, вы же с вашей эрудицией не будете спорить что-то такое-то? Или вы же с вашим опытом работы согласны, что нужно поступить так-то, так-то и так-то? Уверен, сколько разів я чула цю фразу? Теперь вы понимаете, это была манипуляция. И главный момент здесь – это последовательность реагирования. Разделяем также на две части ее. Вначале мы принимаем комплимент. Вы же со своей эрудицией не будете спорить, что Земля не круглая? И вы говорите, конечно, эрудиция у меня есть, однако согласиться с вами, то есть команду не буду. Либо, да, опыт работы у меня большой, но в этой области, знаете, я не специалист. Ну, есть мощнейший, мне больше всего нравится, такой более прямой. Да, действительно, я опытный юрист. Именно поэтому я с вами не согласен в этом вопросе. То есть вы принимаете, и человек, получается, дал нам уже свое мощное средство. Это, знаете, как контрманипуляция. В этом направлении это работает очень хорошо. Поэтому наши телезрители уже с сегодняшнего дня будут знать, как правильно поступать в этом направлении. Так, це я собі на заміточку вже галочку ставлю, що тепер не буду погоджуватись після компліментів. Що ще? Не, ну, прежде чем мы перейдем к следующему, хочу сказать, что вы, наверное, согласны, что в нашей стране довольно-таки демократические установы еще не так хорошо развиты за всю историю нашей страны. Я пам'ятаю попередній урок, я з вами не згодна. Не согласны? Но на самом деле, Инна, не играет роли, согласны вы или не согласны. У вас нету никакого опыта, вы обычная, молодая, пусть даже очаровательная девушка. Поэтому ваше мнение, ну, в данном случае, по сравнению с моим мнением и мнением более авторитетных людей, не играет никакой роли. Вот вам манипуляция, плохой человек, плохой аргумент. Не в смысле плохой, но человек в данном случае какой-то не имеющий опыта и так далее и тому подобное. То есть здесь я сказал, вы молодая, откуда вы можете знать ваш аргумент? Вы не согласились, я ожидал, что вы не согласитесь. Да что ж такое? И здесь играет большую роль. Это самая опасная и самая часто используемая манипуляция. Если человек не разбирается, то его аргументы ерунда. То есть здесь манипулятор атакует не аргументы, которые реально могут иметь нужный аспект, правильность, суть. Однако ему либо лень или чаще всего разбить аргумент сложнее, особенно когда он хороший. Легче найти слабое звено в манипуляторе и сказать, да о чем ты говоришь? Вы говорите, а сегодня день отца, замечательно. Вы, да у вас дети есть, нет. О чем вы можете говорить? Идите, до свидания. Давайте спросим у людей, у которых есть дети. Все, и человек уже не знает, что ответить. Ты как бы, получается, и не знаешь, либо отвечать на оценку себя, чаще всего делают, либо замолкают, что да, действительно аргумент.
а действовать нужно по-другому. И как? Как показать действовать? Я хочу нашим телезрителям показать, что это повсеместно происходит, напомнить такую конфликтную ситуацию в нашей стране. Она такая врезалась в память мне, я думаю, многие помнят, что в нашем правительстве был конфликт. Был у нас министр инфраструктуры Владимир Амельян и был у нас польский представитель, глава железных дорог. У них был конфликтная ситуация, и Гройсман на собрании правительства при телекамерах решил решить этот спор, прости мне такую тавтологию, в пользу польского представителя. И когда Амельян представил часть аргументов, подробно, аналитически, как нужно действовать, что сделал наш глава правительства? Он сказал, говорит, я работал мэром, я работал замминистра. Войцех, кем вы работали? Он говорит, я работал в наблюдательном совете в авиационной компании, в железной дороге. Владимир Амельян, а где вы работали? До проекта. Он говорит, я работал замминистра. Хорошо, а еще в министерстве таком-то? Нет, вы кроме министерств где работали? Ну, я после университета сразу в правительство. Я не работал, я. Вот. Поэтому ваши аргументы не играют тут никакой роли. То есть, вот видите, вот у меня он пытался как-то сказать, что это экспертное мнение других людей, но все это утонуло в этой манипуляции. Вы не работали на практике, вы не можете говорить, этот человек работал, вот его мнение мы чтим. Вот в чем фишка. А як же себе треба було захистити, Омеляну? Именно, хороший вопрос. Защититься. Здесь, на самом деле, когда вы уже понимаете, что что-то не так, вы будете понимать, что нужно разделять этот момент. И говорить, опираемся к логике, скажем так. Говорим о том, что нету причинно-следственной связи между этим и этим. Понимаете, как говорится? Что... Да, я еще не отец, но я знаю проблемы детей, потому что я работаю педагогом и так далее. В данном случае, здесь что можно было сказать? Другими словами, какое имеет соотношение? Какая причинная связь между тем, что я не работал на железной дороге, скажем, там, рельсы не бил, и с той аналитикой, которую представила наша экспертная комиссия опытных и лучших экспертов в этой области, и не только в нашей стране, но и в Европе. То есть показать, а где связь? И туда уже мяч на стороне оппонента. И он должен объяснить, какая связь. Особенно чаще всего ее нету. Далее, у нас можно еще отличнее сделать. Когда, допустим, вас атакуют таким образом, можно сказать, что, допустим, вы представили свой проект не в виде какого-то современного... таблицы, Excel и так далее, а взяли просто изложили его на бумаге, просто сделали. И он говорит, да подождите, вы же работаете в нормальной программе, вы вначале в нормальной программе научитесь работать, а потом будете представлять свой проект. Здесь можно атаковать. То есть я правильно понял, что если я сейчас за несколько минут переведу свою программу из обычного Word в ту программу, которую вы хотите, то вы примете мой проект, правильно? То есть вы сразу показываете эту манипуляцию, выводите ее на чистую воду. Правильно, Ира? Поэтому давайте работать дальше. Чего вы так лицо такое у вас так как-то это? Ира, давайте продолжать с вами направление. И следующая манипуляция будет называться выведение из равновесия. Когда человек ошибается в имени... Вы же меня не поправили сейчас. Вы спасаете наш эфир. Как же так? Человек дважды ошибся. Ну, пропущу. Будет некрасиво. И человеку неприятно. Краснеть будет. Как же он ошибся? Манипуляторы часто используют в качестве манипуляции. В переговорах, в общественных действиях и так далее. Что они делают? Они в разговоре постоянно называют в неправильное имя. Так, Ира, давайте так, там вообще по-другому как-то. Маша, ну что же вы мне сказали? Вы можете поправить, Сергей, меня зовут Инна. Да-да-да, ой, извините, ради бога. Так, Маша, так идем дальше, да? И все, человек целенаправленно кап-кап-кап. Вас это выводит из равновесия. Выводить, одразу згадала про Федоровську, про те, що їй працювати у вівторок. Получается, что человек может ошибаться не только в имени, человек может ошибаться в должности, в цифрах, в названиях очевидных. Вы его даже, может, поправили, а он не уходит. Поэтому в данном случае цель-то какая? Чтобы у вас раздражение, эмоции ненужные. А это же слабое звено. Вы уже, он может заключить договор на своих условиях, так как ему это надо. Поэтому реакция очень простая.
То есть вы скажете, как реагировать? Угу. А реагировать очень просто. Когда идет такая атака, вы можете просто сделать вот что. Вначале вежливо поправить. Если видите, что человек продолжает, вы понимаете, ага, это уже не просто ошибка. Человек реально меня атакует. Поэтому в данном случае вы можете сказать, так, стоп. Инна, я все понял. Вы меня 10 раз назвали другим именем. Вы назвали неправильно мою должность. Я понимаю, вы хотите меня вывести из себя. Давайте сделаем так. У вас это не получится. Либо вы прекращаете, и мы продолжаем с вами беседовать, либо мы работаем дальше уже, ну, без вас. Как и действуем дальше. И тут мы уже выводим из зоны комфорта оппонента. Естественно, он будет извиняться, возможно, говорить, что не было умысла и так далее. Но ваши фразы, так, я все понял, вы мне хотите, я все вижу. Давайте. У вас это не получится. То есть сразу говорим, не получится у вас. Вы знаете это. Я сам так могу. Вот. И работаете дальше в этом направлении. Поэтому это играет большую роль. Зрозуміло. Так, і я що? Вже боюсь ваших наступних маніпуляцій. Я думаю, що втора маніпуляція дуже проста. Ми сьогодні будемо 4 розвиваємо, це буде останнє на сьогодні, щоб воно телезрителям впиталось хорошо. Це ставка на статус. Нам часто говорят, особенно я всегда в своей карьере всегда был самым молодым. И по опыту, и по возрасту. И я часто слышал эту манипуляцию, когда говорят, сколько тебе лет? Я с 20-летним опытом работы, а ты пришла год, два, три, что ты ему знаешь? Слушай, кого надо и так далее и тому подобное. Или вот родите 3 детей, тогда и будете что-то говорить. И говорят, идет, то есть похожая ситуация с подмазыванием. Угу. Только человек поднимает свой статус и дает какую-то другую посыл, что это соотносится. В большинстве случаев никакого отношения это не имеет. То есть в данном случае, когда вам говорят, правильно там провести программу такую-то, такую-то, ссылаясь на свой статус, на свой опыт работы, на что-то еще, вы, если это не сочетается, если вы реально видите, что так, как вы говорите, лучше, здесь реагируем очень просто. Мы делаем комплимент. Иван Иванович, ваш опыт 20-летний оценит вся студия. Все телеканалы, даже Европа знает об этом. Однако, какое оно отношение имеет к тому, как мне говорить? Вы же оператор, или вы же управленец, вы же администратор. А я ведущая. Вы-то ведущим сколько работаете? Нисколько. Вот. То есть, в данном и случае... И мы повертаемся до другой манипуляции, которую мы разбирали. Совершенно верно. Здесь мы... Это контрманипуляция. То есть, я мать 3 детей, а вы не даете мне разрешения. Вроде бы мощнейший аргумент. Как можно сказать? И мы говорим, мы очень ценим, что вы мать 3 детей. Реально, это ну, героизм, все. Однако, эти документы, эти разрешения даются людям, которые прошли соответствующее обучение. Нету там, что человек имеет 3-10 детей или что-то еще. Просто нужно пройти обучение. Пройдите вождение, сдайте экзамен, и потом мы вам дадим. Вот. Или можем просто показать, что это не имеет никакого отношения. Какое отношение имеет ваш 30-летний опыт в сфере животноводства с педагогическим воспитанием сотрудников? То есть мы показываем разницу, но вначале мы даем комплимент. Почему? Мы присоединяемся, и человеку сложнее нам контратаковать. Ему зачастую, как и в первом случае, нам сложно противостоять. В этом случае мы как бы расстаемся с той высокой оценкой, которую нам дали. Расставайтесь с этой оценкой, потому что с вами тогда нельзя будет манипулировать. Завершая, хотел бы четкие сказать моменты, как правильно реагировать на любую манипуляцию. Когда вы уже знаете ее, вы знаете, что они есть, и вы уже понимаете, сейчас манипулируют. Поэтому первое, выявляем. Манипуляцию выявили. Второе, мы на нее реагируем. А реагировать можно по-разному. Первое, мы можем ее проигнорировать. Нас делают, и мы сами поступаем, как нам надо. Второе, мы реагируем, контратакуем. Угу. И в-третьих, мы можем ее вскрыть. Говорит, так, Инна, я все прекрасно понял. Вы сейчас мной манипулируете. Я сам так могу. Давайте продолжаем переговоры без них. Либо я буду применять дальше. Либо я ухожу на улицу и так далее и тому подобное. Договора у нас не будет. Вот и все. Выявляем, скрываем, реагируем, либо контратакуем. Все тепер зрозуміло. Я думаю, що на маніпуляції більше попадатися не буду, сподіваюся.